25 февраля Силамяйская футбольная команда «Дина» принимала у себя команду из города Тарту – футбольный клуб «Максимум». Для успешного исхода в игре команде «Дина» нужно иметь преимущество перед соперником – 6 голов. С первого тайма команда «Дина» выпускает пятого игрока – это большой риск, но именно таковым было тактическое решение силамяйской команды. Первый тайм был полностью за «Дина», и мы просто вообще не знали, что делать. Они играли сразу с «Гонялой». Практически не ошибались с пасами, поэтому это была просто такая каторга. В первом тайме команда «Дина» забила 3 гола. После перерыва во втором тайме под чутким руководством тренера Валерия Митрофанова команда «Максимум» забивает 5 голов в ворота силамяйской «Дины». Игра понравилась, особенно первый тайм, молодцы, 3-0, но потом видно короткая скамейка и выдохлись ребята. В упорнейшей борьбе на последних секундах второго тайма «Дине» удается сравнять счет 5-5. Матч завершен. Команда «Дина» не проходит дальше. К сожалению, на этом сезон для силамяйской команды «Дины» закончился. Я очень благодарен команде «Дина» и показали себя бойцами. Никаких ни истерик, ничего. По-мужски все провели. И я надеюсь, что следующий сезон будет для них более удачным. И они обязательно поднимутся. Ну, ребята стараются, но, видимо, что-то не хватает опыта, футбольной мудрости. То есть допускают очень много ошибок в передачах, в остановках. Ну, а так стараются, в принципе, особых претензий нет. Болельщиков поблагодарить, потому что, ну, по статистике, наверное, мы самая посещаемая команда. И это большая благодарность болельщикам, которые приходили на наши игры. Хоть мы не так часто в этом сезоне выигрывали. Хочется поблагодарить и сказать спасибо за матч, который был очень зрелищным и держал зрителей в напряжении до последних секунд.